Я дал. Я Наличку вас не снял. отыщу, конечно. Вот паладин сегодня всякую хуйню роли. Почему всякую хуйню роли? Че я хуйню с роли? Пусть отдай хождение по воде. А где ты? А присумоньте, пожалуйста. А? В начале. Сейчас у меня. А ты был на боссе? Нет. А, и за что ему ГП давать, если ты не сможешь плащ получить? Ну понятно. Никому не надо, но офспек. Сейчас погоди, я посмотрю, он красивый. Не, он уебищ. Он некрасивый. Можешь погодить. Он называется острый чешуйчатый боевой плащ, да? Такой, да? Да, без. У меня вроде есть такой. На мейн. Без сумони. Да, сейчас пишу. Нау. На пластины эти на кого? Ткань, меткость какие-то. Ну, не знаю, как по мне, на транс. Максимум. Че, где гидрос? Мы же гидрос ведем. Пошли, где он? А, вон он, давай вот этот ярик. Бейте этих пидоров. Блять, воин заканчивается. Че? Ключи, вот ты впервые вын заш. А где гидрос, а где же какая-то прыть? Ну это прикол такой. Это шутка. Хуй знает, шутка уже похожа на. Каждая шутки доля шут. Лишь доля. Так, я так и не понял. Лич на боссе был, не был? Нет. Шутки шутками, а воин не дамажит. Так конечно не дамажит, в таком спеке попробуй подамаж. Ударная волна. Ударная волна. 365 тысяч, как дней в году. Хоть волну давал, чтобы вы там я, не было. Я ушел, я просто компьютер выключил и розетку поменял. Типа меня вот поэтому не было, блин, я не так мог ждать. От, ну, блин, печально. Надо было тебе остаться на боссе. Но тогда шмотка бы не упала. Ну, я думаю, ты заберешь ее в другой раз. Надо было в 4 выйти, тогда бы в игре остался, может бы лучше забрал. Нет, я полностью компьютер отключил, нахуй, вообще. Нет, когда ты через в 4 выходишь, он ничего не там не, понимаешь, если ты выбьешь все бисовые шмотки, ты перестанешь ходить в рейд и просто будешь присутствовать на замену. Я их не буду никогда. Вот ну это не важно. В этом-то и смысл игры. Надо играть. Лёха лопнулся? Старый почувствовал, да? Я уже два месяца в гильдии играю, да, и выбил 3 шмота. Хотите сказать, что у нас сейчас... Тихо, плут, сейчас буду ГП хуя. Я РЛ. У нас сейчас на Гидросе будет мейн танком протовар? Не-не-не-не-не, я вам так скажу. Тут нужен БДК, это стопудово. Но в теории, блядь, может его затанчить Мишка, Бруно. Мишка. Не, по-моему, все-таки Пал. Тут Пал. В теории, я знаю... В теории нужен. Че, Леха? Какого пуста, какие танки, так что не надо входить. Леха затанчит его, вот я же говорил. Тут бы смотрелось, заебись, два мишки и паладин. Ты тоже так подумал, красиво смотрит. А и паладин, как у Лехи где-то на трэше находится с медведями на рэп. Слышишь, Драгон, я с паладином танком играл только на этом. Подходите к это, моба сольем. А, блять, толстого пошли бить назад. Высокого. Я через 2 минуты буду, вот так что ядра хочу парить. Нормально. Это. О! Тогда перекурим, да, через 2 минуты. А, мы мобов пока погнем. Драгон, расскажи мне, как там вот этот Т5 прокает? Ты урон по всем, кто вокруг тебя наносишь, да? Короче, как работает Т5? Накапливается до 6 стаков. Каждый стак там определенное количество урона, там 3000 написано. Ага. Так, пару минут есть, да? Или у нас сейчас перекур был? Или потом? Перекура нет. Вот. И этот урон делится по всем целям, которые рядом находятся. Там в радиусе 10 метров, что ли. Угу. Не, меньше на самом деле, метров 5, наверное. Но ешка не такая огромная. Ну, в теории ты, получается, можешь танчить гидроса, как НТ. Ну, в теории могу. Но там надо момент ловить, когда он превратился. Когда он, во-первых, там надо на пол стопудово дать. Во-вторых, какая тычка у тебя? Вот эта тарелка, которая кидает, сколько агро дает? 30 дает, 50 дает? По уману. Хуя себе. Тарелка. Тарелка, блядь. Давай. А
чем? Это щит Капитана Америки. Да, щит, ну да, тарелка Америки. Американская тарелка. Даже если тарелкой было бы, если бы она 30 давала, я бы жизни рад. Хотя бы раз в 30 секунд я бы 30 тысяч давал. Да не 30 тысяч, там, ну не тысяч там пишется, а как там пишется? Ну да, К там пишется, буква К, значит тысяч. Там же символ, символ же есть на тарелку, когда она типа только по одной цели бьет, но агро повышается от нее. Есть же такая хуйня, да? Много других символов более. Нету места для тарелки. Вот этот символ юзают, чтобы тончить босса Халеона и моба Голема вот этого протопала. Босса Халеона, это просто ему ебало ломаешь и все. Ну я не знаю, в Т5, наверное, можно и без этого. И в Т10 ты просто ебало ломаешь босса и все. И в Т4, блядь, ты просто ломал ебало босса и все, там нихуя нового не придет. Ну я ДК в Т4 заканчиваю. Да как в Т4 руник? Ой, ЛП руник, все. Здесь геймплей. Не, ДКшка, он удобнее чисто из ЛПшки. Лишь тяни следующего. Походите, ебать. Не трогайте его. Другого типа. Следующего. Все который... по этому играем. Череп, хуярим. Где ДП? Вот где ДП. Да в жопе он, потому что надо было одного добить, блядь, уйдите оттуда, вот сейчас всю кучу. Да погодите вы, блядь, зачем ты это делаешь? Сказали же, уже одного вытянули, добили бы. Они ебашат по разным целям теперь. Вот этого, блядь, можете вот сейчас следующего не трогать? Уйдите оттуда, я еще раз повторяю. Либо хуярьте сильнее, нахуй, заебали. Вот, видишь, успели, блядь. Потому что, ну, надо хуярить же все-таки. Да мы любить здесь на них посидеть. Давайте перерыв ебану. Лёха подойдет. Я уже здесь. А, ну что там. А чё ты, Драгон, Дискорд выключал или чё, я не понимаю? Я тебя спрашиваю, ты тут, ты стоишь там чё-то? Да ебало в рот, вот слушай, это какой-то бред. Пиздюк, сука. Побесопит, ну реально бред был какой-то. Да не бред, а блядь, убили босса, что тебе не нравится? Лёхи, что заходишь? Не бойся, я уже... Вот про товаром бред было, да. Массис хотя. Вот Саград там такой ищет, такой товар. Брун, давай меняться, ты, я тебе вар, а ты мне мишку. Чё, плащ уже отдали, да? Систа, дайте. А у кого там РЛ? У старого. Старого. Так, кому босс не нужен? Мне. А это не нужен, то есть ты ЕПД? Ну он же говорил, что даст. Да нету у меня пояса, лечь. Плащ. Мне не нужен плащ. А чё ты тогда это мне? Япончик в ДЦ, Нортье в кота. Раз, два, три, четыре. Тимыч кота. Розелина подошла. Посла, конечно, я за сумать. Срыв агро босса у меня. Это сразу 5000. Голды. Это ты в сказку попал, блядь. Маги, дайте порт в Долорану. Я поставила Джифс. Скажешь, когда улетишь, чтобы я при... А если танком сорвёт? Без разницы кем. А, типа... Пиздец, всё улетело. Босс немного сложный, так что, блядь, нехуй принести. Немного. Лёха, это Т4 я делал, да? Или нет? Т20. На, пизда я. Здесь дайте бафы. А, рыбку надо? Каску бафните по себе сами.
смотрите за ворот. Даю проверку. Бутылки сапрот или ДД? То барабан. Только танком сапроты. Хилам желательно. Все, всем ДД, РДД. Этот, можете пить дом, на ДД фласки. Когда босс иду, никто не трогает. Стаки драгонсом поанонсишь. Все, даю проверку. Сами разберетесь, кто слева, кто. По отчету. Лена пул. Визит. Пула. Второй. Стопнули. Что, потенчику БР будет? Пока то дай БР. И сразу маны. Драгон сорвал. Я трэш бил. Видишь, я трэш немножко не делаю, все и пиздец груз. Нартимею, Тимыч, поднимай быстрее. Чёрт, Тимыч. Я? Бафы поменяйте. Три. Мобов сначала агро набирайте. Мобов набирайте агро в стороне, блядь, сначала, потом только под босса подойдите. Осторожно с агро. Я не включала бирсу. Я вообще застаю, не бью ничего. Да там я боялся ударить, потому что Леха опять 500 на час там. Третий. Четвертый. Поднимешь, что горам стопайте урон, когда, блять, переходит босс. Третий. Да. А четвертый был. Переводи. Умею просил. Больше по таргету хил. Веди. Да мы ее оверхилим, блин, она просто не знаю. Вот что босс на тебе? Я даже, блядь. Может, больше ДК вообще не нужен? Мы не можем ее оверхилить, надо не могу. Я бью только трэш. Все. Ты его не в стороне глушения. Поднимаю ее? Да.
Да, опять пидно. В стороне трешься. Второй. Все, 4-5, блять. Нет ни одного. Где появляется, там и пьем. У меня слишком дальний раунд. Каким образом ты можешь просто босса взорвать? Хлопни тебе, блять, кто там сорвал? Пенек, блядь. Ну ты ему 5 пить. Третий. Тут уже меня не прохил. Да нет, тут не прохил. Блять, как меня напрягает, Жнёк, это пятёра сразу, эти серьезно. Че, можно там трэш подсобрать, нет? Бьем дальше, хули выход. Так Лёхи нет. И что? У вас, блядь, два танка, которые срывают, у него хильте, блядь, и дальше идет. Да, попробуй. Тогда надо трэш сильно собрать. Трэш подбирать? БР есть у кого еще? Все потрачены. Зубы на Бруно дала. Привожу стоп. Тут ты его не заберешь. Все, больше смысла нет. Да там, блядь, дотки щита были, а он назад раз. На переходке не заберет. Пытался трэш поймать, не получилось. Помочь. Видишь минус вот этой хуйни? Я сталкивался с такой хуйней, когда АДК танк. Большого закрытия. Когда АДК танк взрывал труп. А вот эти три моба, которым призвал Т5. Уйдите, уйдите, там большой. Мак. Сейчас всех резну. Я с такой же хуйней сталкивался. Ты тут на самом деле спорно на самом деле, потому что элементарно. Могла Артемия уйти в бок, она бы сорвала агро тогда бы с боссом. Нет, вы, блядь, резко все съебали, вы не начали бить по трэшу. Если бы трэш был бы убит, Артемия бы уже ловила его с другой стороны. Я бы только подвел, его бы уже убили. Так, ребят, прошу прощения, мне надо 3 минуты только деньги в соседний кабинет отдать. Короче, я знаю, что сделать, чтобы такого не было. Это нужно напрячь всего лишь одного человека, Ханта. Когда босс переходит и превращается в другой цвет, босс продолжает двигаться. Для металлей, которые появляются, они не двигаются около секунды. Эта секунда – время, чтобы танк чуть дальше отвел босса, в это время уже летит на пул от ханта в этого танка. Танк дает ЛПшку. Босс должен идти на него. Все должны до этого заблаговременно стопнуть. Просьба всех заткнуть. Пока что просьба. Даю проверку. Адмирал, чё лежишь? Может, реса нету? Присутствие. Всех резнули, масса реса. На рте написано было, тебе рез. Пошли убивать моба. Тим, адмирал, тебя тоже касается. Даже ману не дорегенил. Уешь моба, будешь регенил. Следующего моба будем. Я тут, спасибо. Никитоса даете на пол босса. Постоянно. Они и так по КД дают, я как смотрю. И по КД. На последних перефазах не было на пула вообще.
Бафу дайте. Никитос остановить. Баф. Даю проверку. Силы, что касается вас, РГД зоны. Вот и звездочка. И вот тень. А себе звездочку ставлю. Вот здесь стоят. Вот здесь. Здесь вот тоже не надо. Вот здесь, не надо стоять туда, куда я перевожу босса. Это первый нюанс. Второй нюанс. Что касается РДД зоны. Если босс стоит там, где он стоит, вы стоите немножко ближе, чем вот эта метка, блять, чем вот этот столб. Туда, к боссу. Даже если босс сорвется, он вас только убьет. Если босс стоит здесь, вы стоите примерно где-то вот здесь. Ничего страшного, там 2 метра подвинуть, блядь, перебежить. Чтобы если даже сорвется босс, босс, блядь, оставался на одном и том же месте. На пулы с каждой перифазы. Женек, адмирал. Все на пул я вижу. Все инера, все БР я вижу. Если я увижу, что не будет хоть одного на пула без КД у вас, будет печально. Поехали. Даёч. Урстим босс. Стопнули все. Все стопнули. Блять, ну вот невозможно, да? Ты, блять, берса можно, конечно, нет. У меня не в КД берса, могу скриншот сделать, скинуть. Я кидала только размахом по своей цели, все. Не по боссу даже. Снимай свое Т5, надевай Т10. Что, пойдем поднять ее, Лех? Да, давайте. Уже третий. Дай ее побру. Блять, только Иннер закинул. Ну как Тимыч, блять, сорвал мобов у вас? Лёх, может мне это, мишкой? Блять, один медведь сорвал. У меня стаков нихуя нет. Как это его поделать? Четвертый старт.
выйдите, босс. Снимай Т5. Пиздец. Нахуй ты так много размахов-то даешь, то что ты, блядь, у меня срываешь мейн таргет. Там не размахи, там трёпка. От трёпки идёт это. Нет, там вообще, по идее, по-моему, от увечья должен. Ну, увечья-то увечья, да, но увечьку дает, но трёпка там усиливается. Понимаешь, она даже срывает по твоими стаками Т5, блядь. Я говорю, она мне мой мейн таргет срывает. Ладно, еще бы и там второго моего, хуй с ним. Так я, блядь, вообще ничего не могу сделать. То есть получается, что она танчит, блядь, 4 мобов и босса. И ложится просто по КД. Вот это. Какая, да, моб этот? Будем как старые добрые времена. Ну как вариант. Это самое. Есть огонь волшебный у Мишки. У одного моба огонь, у другого таунт. Отвести их в сторонку, там побить. Радиус 10 метров, да? Представляешь, что такое 10 метров? Это пиздец, это полполя, где он... Даже все вообще. Я просто, блядь, даю под бурстами 4 ЛПшки и босса, блядь, не могу забрать. Это чё за херёк? Там, ну... Да ёбанно. Сильно закрутили этот опять. Пока. Смещайтесь. Следующий объем. Синяя. Суманите сейчас, пожалуйста. Починиться надо. Попросил бы Дживс. Так я просил, все игнорят. Дайте. Я просто чатик нашел. Рыбу поели, резались, тимею сманить. И рогу сманить. Где Миро? Все готовы, поехали. Кристобах. Кулак пороги. Больше продамажу. Три. Все, перевожу. Рад. Стоп. От
флеш пьем. Моба заберите свой пилот. А тут я масса поднимешь. Скажи, когда третий. 5 секунд. Вот третий. Который шортил. Третий. Нахуй сразу уешь. Проводи. Танк встанет. А он, блядь, потому что не умеет стоп. Он сразу ОЕшку запускает и все. Срывает мобов на термале. Я думал, нагрелся уже, за это ударил. Не надо тут. На босс опцию играть. Третий. Видите, да? Да. 5 секунд, 4. Перевожу. Темнее положи, прежде на себя отражу. Так не хуярьте его сразу, блядь. Всё, можете хуярить. Не мей пока тут быстрее. Пока тут еще 30 секунд. ПД. Короче, лёг мне брун, резать. Подняла её. Ну, это спать. Второй ещё? Да. 3 секунды будет третий. Активнее потрэш. Тут путка начинается, аккуратно. Привожу. Топать. Трэш, 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 пошел. Я думал. Лёх, ты можешь разрабу попросить, чтобы упал в 4 кусках меньше резался на УЕ агр? Подожди, это какой-то пиздец. Опа, так.
сейчас третий будет. Кейч. Пчела ману залеет. Не, по боссу играю. Больше ДПС у босса. Дэнчик, поставь на кнопку, пожалуйста. Если есть БР, тем еще подними руку. Кого поднять? Рогу. Треть. Перевожу. Обратно, последний переход, послопнул. Все, трэш собрали, трэш можете не бить, бейте соло таргет босса. Ты нихуя. Да ладно. Да ладно. Нихуя, корень. Да. На моей памяти у вас он первый раз падает. Да он первый раз падает. Первый раз и падает. Две триньки упало сход. Мучение. Да и лучера. Лутера, да. Неинтересно. Лутера, сейчас дам. Сейчас. Скидывай лутера. А то я без аддона. Мне интересно. Я сразу начислял. Угу. Пока тут ты без корень не ролишь? Лёх, всё отдал. Он по аддону, наверное, ролить будет. Угу. Ехать. Такой бы дроп до нашем рейде. Так, что тринкеты никому не надо? Лёха, раз опять. Оба. А, тут нямка самая первая по приору, ебать. Там 7 тысяч. Там 8 тысяч есть. А какая разница? Вот это вот, да, если вот этот скриншот сейчас сделать в вечернем рейде, то что корень забрал человек с 8000 ЕП, они там все повесятся. Кто забрал, не видно. Карину тоже град. Это вообще охуенная тема, особенно на шамана. Угу. Мы чё, сейчас идем пинать ласта или? А кого ты еще хочешь пинать? Есть другие варианты? Нет, это просто... Можешь еще трэш попинать. Лёха, да, слушай. Я не к этому, мне просто уходить надо срочно. Минус все ГП, по ЕП и идёшь. 250. Меня предупреждал. 250 ГП. Я только предупреждал один рестор шаман, что ему надо будет... Да, я все понимаю, я просто на работе. Лёх, вот. Сейчас ты тоже говори. Ну, я отпускаю, если кто-то хочет уйти, типа, я вам сниму все ЕП и 250 ГП на... Можете... Паш, еще 15 минут подождать. Очистите за вот этих двух боссов. Типа, вы можете лопаться. Ой, да тут осталось-то с глухим хреном, чего вы? Мне просто перед этим, в начале РТ предупреждал только один человек. Плюс меня старик предупреждал. Все, больше меня никто ничего не предупреждал. Можно хилить? На желтой джаге хилится что-то. Блять, оно хуёво хил. Так, у меня тут хила. И женёк хила.
Не, гидрос, походу, еще не каждому дает, да, походу? Пока ты спекнешься в сову, Мосса спекнешься в рестор-друид, Розелина заходишь в рейд, провокатор заходишь в рейд. Не, ну корень реально первый раз упал. Я вообще думал, он не падает. Адмирал донатил, да? Донатил, да. Да. Я это три не вижу второй раз. Танковскую ты имеешь? Ну, почти второй раз похуй на него. Первый раз мне было обидно, а теперь мне похуй на говно. Я протопал этот кет такой. Я тоже так уже думаю. В смысле, ну Мишки-то он нормально. И для Мишки он там мой, типа для РБК только сол. Если у него проки, конечно, не исправить, боюсь. Мишки он более-менее... Бля, где ебаные воронки, я тотем куплю в этой жизни. Раз в недельку старый с лоста. ДК Мишки он нормальный, а паладина лучше взять чешку на броню и взять с уклоном, блять, это. Везде режется, смысл вообще. Кто режет? Уклонение, везде режется. Блять, оно где-то режется, где-то тебе эти 700 уклонения, которые там в чешке спасут жизни раз. Поверь ты мне, блять, как эта чешка спасает мою жопу, блять, в РСке и на Аларе в ХМке, ты просто не представляешь. Именно вот это, чешка с этого, с РС ты имеешь в виду? На танк, которая... Да, она вообще заебатая. У меня 75% брони, блядь, на протопаладине. Это, блядь, ну, типа, это кап. Грубо говоря, да? С этой чешкой. Мне лучше посмотреть. Карин, ничего не хочу сказать, но тебя там не хилят, по-моему. С такого распределения. Лучше иметь постоянную броню в районе 75%, чем мне, блядь, иметь стрение проковую броню, то есть со стаками. То есть не всегда стаки мне будут там и тому подобное. На броню орган можно тоже. Ага, блядь, ты знаешь, как орган прок? Ты вот сначала посмотри, как он прок, и что это за триня, а потом говори. Орган на вынос, который прокает, он набирается только на хороших паках трэша. А на соло-таргете он хуйня. Надо написать, он не должен так работать. Должен, он так и работает. Это то же самое, как было в свое время на соло-таргете у протопаладина Т5 хуйня полнейшая. Сейчас она нормальная. Ну, типа, сейчас сделали так, что это... Что он только на соло-таргете, наверное. Кир, срастаешь метки. Мне не ставятся они. Старик, тогда ты расставишь. Кого, метки? Да. Угу. Ну, забирай еще одного тогда, раз ты сильно. Просто я не предпочитаю те трени, которые, блядь, есть шанс. То есть вот в моем понимании танк это, блядь, броня, вынос. Ну, вообще все статы. Они тупо там вынос, допустим, или, блядь. Ну, вот некоторые тупо вынос забиваются. Грубо говоря, консервные банки. Ну, протопаладину это имеет смысл, как бы, с одной стороны, но только в том случае, если он будет тупо являться офф-танком. А так как протопаладин, в принципе, неплохой мейн-танк на Сирусе, в принципе... Мне кажется, в реалиях Т5 он практически самый универсальный. Хуй знает. Спорно. Опять не сверхсильное по сравнению вот с медведем, допустим. Ну, агра нормально дает. Выживаемости нормально дает. Что еще надо? У медведя меньше выживаемости, чем у протопа. Ну. У вас не агро априори должно быть, потому что это мишка. Ну, это, блядь, кожа, это мишка. У него агро должно быть сильнее в разы. Но, типа, выживаемости у него меньше. Вот его в жир надо забивать, Мишка. А у него скалируется все от выноса. Да, вот да. Почему забивают в жир. А у протопала от выноса нихуя не скалируется.
Брутопалата, ну, по-моему, один талант есть какой-то, да? Нет, нету вообще. Ну, максимум, это до 3-3-5 у нас калировалось от выноса. И мы были пиздатыми пацанами. Там другая фишка была, там можно было стакать, и ты много автоатак бил. Понимаешь, протопал может себе позволить сдохнуть. А Мишка, ДК не могут себе позволить сдохнуть. Это печально. Не, почему? Они могут позволить один. Вот, вот этот талант, он выносливый. 4%. Давай, пожалуйста, что-то это. Старик, распредели всех по меткам. Угу. Я в ДД. Нет, ты в танке. Блин. А кто танки будет? Драгон и ты? Драгонсон. Погнали по миликам. Получается, Враска, трусы, провокатор, череп, ромб, войд, рога, луна, пухан, звезда, талдарам, крест. Никитос, череп, лич, звезда, Локи, трусы, Нарция, крест, я, череп, Мозер, ромб, адмирал, луна, Тимбыч, луна. Пока тут ты сове, да, я так понимаю? Да, он сове. Пока тут крест, Розелина, ромб, маг, зонтик, иди в этот, в звезду. Так, ну и все. Кого не назвал? Гирс не назвал. Так. Череп поставил. Да, здесь будем друг другу помогать с трусами. Кирс, да? Кирс и Япончик. Uh-huh. Кирс, давай ромб, а Япончик, давай луна. Не забываем тотемы на сопрот. Это первый нюанс. А, по хилам. Я в черепе, я ставлю тотем на сопрот. Женек в хиле, в звезде тотем на сопрот с той стороны ставит. Потом Денчик. Давай в ромбе. Кто там? Моса, давай в луне. И Карина в кресте. А в трусах у тебя никто не стоит. Здесь с черепом выхилит один хил. Здесь не надо много бегать. Он выхилит. Я лично хилил. Так, ты с пула босса будешь Драгонсон пулять. Тут все. Грох сразу, ебанет. Грибау дайте. Потом босса я... Нормальный рыл, который говорит, там протопал танчит босс. Ну ты с пула пульнешь, потом я заберу. Ставлю рыбу, кому нету. Возле шкафа. Зачем мне простой кулак? У меня же был апнутый. Почему издеваетесь? Разелина, ты мне скажи. Так больше идет. А ты научился эти открывать штуки, вот они стоят. Генераторы. На Локи поставлю метку. Без понятия как. Без понятия? Ты бишь смотрел, но нифига не понял. Ладно, потом у Локов спросишь, тогда все Локи кидать будем. Как-то приставал, даем. И лутера поставь, каждый сам за себя. Уже поставил. Потом во время боя на тебя скину. Приставал будет, нет? Пристабав, рог дайте. Адмирал, Тимыч. Сейчас, здесь. Релоднулся. У всех есть микрофоны, ребят. У кого зеленый, в два горла орём. Локи сразу пятки туда намыливают. Тимия, Тимыч, готовы? Еще раз даю клетку.
Карина готова, нет? Ладно, поехали. Так, Карина подойдет. Поехали. Старый дерь гром стоит. Крест. Тем на хаст РДД поставьте. А моза не готует. Ну чё, по расколу? Там больше расколы бесполезны. Ух ты, бля. Типа броня не работает. Потом... Почему... Просто Миша не в рейд. Почему тут расколы бесполезны? Расколы только нужны в принципе в целках. Чё? Чё мы так больно подойдём? А на Аларе чё? Аларе тоже нормально. Нет брони. Два есть. Вижу стак. Фаза. По точкам распределились, ждем. На низ не спускайтесь, смотрите, чтобы вас хилы пробьют. Только на низ спускайтесь в том случае, если хилы вас профилируют. По поводу странника анонсик тоже я подбежал. Локи там подхитили Розелину. Хила. Локи, подойди, чтобы тебя подхилили. Хила. Зеленый в луне. Забирай гвардейц. Луна бьем быстрее. Зеленый. Улетайте, передавайте наверх. Локи наверху. Он звездочку. Димыч, перекинь. Пораник, Ром. Покинь, Локи рядом, перекинь Локи. Блять, да. Где два хила стоят в одной метке? Я может лоханулся. Старик, подхиль провокатора, провокатор, подхиль старик срочно. В луне два хила стоят. Давай, япончик, сюда, двигай в череп. Прикольно, Рофл, вот, Талдрам, нахуй ты вообще в центр пришел? Еще и под клип зашел. Ну, блять. Зеленый череп. Зеленый череп. Забери с меня. Бывает страшно. Странник. Не понял, слави. Вверху Элим и РДД. Идут к боссу. Провокатора подхиливайте. Чё провокатор бегает без хила постоянно? Я хз, его сначала вообще не было. Даже сапрод есть. Вот тут, как видите, РДД. Что вы делаете, что вардейцы? Вардейцы купят ранник. Отойди, хил! Саня, ты прибежал в череп? Блядь, я стою! Поднимите. Раган опа. Рагансон упал. Блять, вайп. Охуенно. Гвардейцев никто не бил, да? Три гвардейца. Да хуяно. Все РДД по 250.
Типа в зеленой метке вообще хила нет. Нет, скиньте мне урон гвардейца от РДД зоны. Ну типа Никитоса я вижу 725 тысяч накидал, а дальше старый 200. Дайте диван там. И все, походу. Давайте так тогда по хилам чуть-чуть сделаем. Денчик, ты в черепе изначально. Погоди. Денчик, ты в черепе встанешь. В ромб у нас пусть встанет Моса. В луне у нас пусть встанет Брун. Женек пусть в звезде и в кресте Япончик. Вот так встаньте хилы, пожалуйста. Денчик один здесь две метки вытянет. Подожди, еще будет подхиливать так. В черепе или в треугольнике вообще хил есть? Не надо туда хил, ты слышишь меня, нет? Будет в черепе один хил. Парада, Миш, ты тут? Поднимите на этой стороне лестницы. Людей. Скиньте урон по этому, по гвардейцам. У меня нет, возможно. Мозер, Никитос, Локи, Драгон. Драгонсон набил. Лёх. Все, кто ниже Драгонсона, может это... 250. Если что, девятая позиция, это последний, кто бил их вообще. Лёха, слышишь? Что? У нас, по сути, это закончилось. Я могу с Фарада поменяться, но я просто на работе. Да, может. Спасибо. Поменяй меня. Ребята, извините, что так получилось. Ну, беги. Сумонять Фараду. Тимбыч, а ты в какой метке был? В луне. Так, блядь, танк по гвардейцам больше набивает, чем, блядь, РДД зона. Чем это просто паладин? Бафы. Мыч, ты хоть из инста выйди. Я уже вышел давно. Мозер, Толтерам, Жнёк. Баф, дайте. Кударам там на другой стороне сидит тут. Кударам здесь? Я расскажу. Женёк, лапаем туда, дайте Женёк. Женёк готов? Все, все готовы, поехали. Размыть сопли.
ДД, ваша основная задача на второй фазе — это гвардейцы и сканеры. Только в том случае, если зеленый ваши метки, только тогда вы бежите бить зеленого. Когда зеленого вашей метки нету, вы сидите на этих, на странниках и гвардейцах. Великие сами справятся. Разошлись по меткам. Хиливаем рейд. Все на фул должны стоять. Нужно подойти. Я пока не могу получить эту способность. Зеленый крестик. Этот крестик. Крест, крест. Все остальные РДД гвардейцы. Странник Ром. Отойдите там, баня. Страннику близко не подходи. Зеленый ромб, на помощь. Слишком. ДД свободный, странник. Гвардеец. Гвардеец. Весь зеленого не убили тогда? Убили. А нет. Закрылось. Ну, они с луны идет. Пойди. Не кончил. Зеленый, звезда. Где сходит? Звезда. Женек, встань. Прохился. Богу просил тебя. Чёрт, семьи убило. Нечестивый элементарь. Надо смерти подбеги, Байерни. Звёздочку. Под варду сыграете. Бафы дайте партии сразу, прохильте ее, бля, долго. Зеленый звезда. Зеленый звезда. Опять. Высокий ромб. Вижу. Странника бейте. Чё, гвардеец появился. Трусах. Зелёные трусы. Трусы быстрее все побежали.
последнее. Нужно подойти. Остальные-то гвардейцы, сейчас странник появится. Странник воин. Странник. Третья фраза. Странник РДД надо быстро слить. Или босс. Заберешь босса, прожмись только. И встань. Бываем странник. И подходите, кто там мини поугрызается. Это я. Там на нем агро нету. А чё он не двигается, сука? Здесь смотрю его. На служи в мире. Все служи, сейчас я перейду. Скатов заливаете? Скинь так, просто там, он там двигаться начнёт. Я знаю, сейчас я перейду просто. Всё, стали и бьём. Уже мне не прошла лужа. Откинул лужу и не прошла. Вы танкишь, если будет в РДД зон. Я его просто забрал по агу. Да, ну. Короче, я за танк. Мягко отойдили лес. Чтобы лужи тут не было. Четыре. Ее урон апнули или нет? Мили. Надал массак. Назови, пожалуйста. Выломили. Забери. Иннер, дайте по япончику. Что-то два человека сдохло. Два плевка в одну точку. Что, вы не можете выбежать? Ну, я выбежал мгновенно, меня сразу сложил. Ты бьешь скатов, ты же видишь, куда лететь. Геру дайте. Там люди в лужах стоят, блядь. Заряд. Там две прилетело в мелизну. Танк-то уйти. А тут давай БР. Я босс. Лич, выйди. Лич, отойди от миликов. Лич, блять, выйди из рей. Ливни так далеко. Мелизон опять летит. Мили убегает. Бля, убейте, пожалуйста, вот эту хуйню. Смотрите, сколько их много. Добивайте, добивайте.
хуй с этим трэш. Босса меньше ляма, кискат. Это единственная воронка, да? Нет, две воронки. Прогрею. У меня меньше чем за секунду тикнуло 5 раз. Что за лужи такие кривые? А что там, две, да, воронки, Лёх? Да, две. А кто выиграл? Мазар, ни сферы, ничего не было. Пролил кто-то. Шапка всем на лоу-спек. Кто там король выше? Старик? Не-не, ты отдай кому-нибудь, я на энха. Если кому-то надо, на элема или еще что-то из хилов, дай им. Короче, я отдаю тебе... Я понял тебя, хорошо. Не знаю, эта шапка, по-моему, уже нахуй никого не нужна. Ты выродил, блядь. Печально. Мне вот воронки важно. Если две у меня получится, третья в ГБ, я сейчас пойду себе тотемчик намучу. Ты выродил, ты забирай. Так, дух, кольцо. Ключ. Так, дальше про... Второй спек. Генерал на спек. Mm-hmm. С рейда только не ливать, и ЕП, ГП там дадут. Нёк. Оф спек. У тебя много таких предметов. Ты успел же. И бесполезный этап. Так, воронка, мейнспек, ротика. Там старый, скорее всего, две заберет, если не рог. Роги, все пять есть. Старый первый. Можешь мой второй отдавать. Так, сколько у тебя? У него 15, а следующий идет провокатор 13. Мне не надо. Тебе получится. Дашь мне обмен, я тебе сейчас эту отдам, которую потом сдам. Ну в этом, в Долоране возьмешь с ГБ, я сразу подойду, две заберу и тотем куплю, ладно? Блять, мне на ДКшке просто, давай я тебе сразу ДКшки. Чтобы я потом не пересылал их. Я понял. И одна в ГБ там отдашь мне, сейчас подтянемся. Ну я на паладина зайду. Угу. Не в Долоране, а в Агримаре. Че, там одни попрошайки, ёбаный. Бля, че ты там? Не понимаешь. Топовая стабильность. Да там ютсу у кого инженер. Там можно все узнать. Даже, блядь, ни с кем не общаюсь. Там столько кто, слухов, блядь. Кто говно, кто нет, да? Да-да-да. Там обсуждения одни. А чё ты всё, Лёх, ЕП начислил? Можно да. Ливать? ЕП не начислял, подожди. Он только ГП начисляет, погоди.